شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Братья и сестры, мусульмане, поздравляю вас с наступлением священного месяца Рамадана. Прошу, чтобы Всевышний Аллах облегчил нам дела обитателей рая, отдалил нас от огня, приблизил нас к раю, защитил нас от всякой скверны, от всяких болезней и от всякого зла, и укрепил наши стопы на истине. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: когда наступал Рамадан, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Воистину, пришел к вам Рамадан, благословенный, то есть Мубарак, месяц. Вменил Всевышний и Великий Аллах пост в этот месяц. В нем открываются врата небес и закрываются врата ада, а шайтан заковывается в цепи. И у Аллаха есть в этом месяце одна ночь, которая лучше, чем тысяча месяцев. И тот, кто лишился блага этой ночи, тот воистину лишенный». Хадис достоверный и приведен у Ахмада, Ан-Насаи. Хафиз ибн Раджаб сказал: некоторые ученые сказали, этот хадис является основой в поздравлении людей друг друга в связи с наступлением Рамадана. И как же не радовать правоверного открытием всех райских врат? И как же не радовать грешника закрытием всех врат ада? И как же не радовать пребывающего в забвении тем, что шайтан заковывается в цепи? Какое же время может быть подобно этому времени?